Итак, всем тихо вечера, с вами Лизард. В общем, вчера, 1 сентября, когда вышел баннер с Баал, я собрался вместе с моими друзьями и сестрой, и мы решили вместе покрасить ее баннер. Досталась ли мне моя королева, которую я так ждал, узнаете в этом видео. Давай! 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 Ой! Фиола. А! Ладно, может, Сара выпадет. Кто его? Сахарова. Укрос. Она тебе нужна? Нет, мне она отсушит. А, нормально. Так, вот все. Дубинку не получил, Да. Так, еще один. Так, давай. Давай. Еще 10, поехали. Давай. А. Дайте золотую уже, пожалуйста. О, дубинка! Ура! Ну, как одна сахаруза, это равно одна халявная крутка. Это столб. Это столб, кто сильно. Чего же это 9 вопрос? Зачем она ему? Давай еще 10. Еще сахароза. Сахароза. Давай, сахароза. Там сахароза. Сахароза, я вам уверяю. Итак. Меч. Фигня. Полная фигня. Фигня. Что за фигня падает? Где дубинка? Шангрин. Ура! Хотя бы не сахароза. Я там спустился. Собака. Чё, мне покупать ему за 30, что ли? Сейчас, подождите, может быть, у меня ещё есть пара круток. Привет. О! О! Ты вот сначала потратишь все крутки и купи еще в магазине крутки. Сейчас. Ждать. Жди. Жди. Так. Ну, сейчас должно прийти. Привет. Сначала 5 круток. Блядь. Вышно скипай. Да. Я напишу сам на гифку еще. Гифку на удачу. Поехали. Хочу верту. Бал получить хочу. А, дай. Блядь, тебе, наверное, просто заставляют до гаранта идти. Давай, десятку. Десятку давай. Let's go. Ура! Есть! Хорош, зачем он тебе, блядь? Вот она. Вот ради чего я прогал свои деньги. Я уже думала, ты будешь кричать. А чё ему орать, у него гарант был на неё? А представь, сейчас еще и чичечка выпала. Ну, нет, кто его знает? Ещё 10 круток. Давай. Тут хопа чичечка выцветит. Чё? Сара. Да. Дубинка! Я же сказала, что это Сара. Дубинка еще одна. Лучше Сары. Ну да. Ну все, ты рад? Очень просто все.
допустим, возьму вот тебя. I want to help. Какого-нибудь надо взять лучше. Behold, the princess and Deva Otello. Leave it to me. Ну нет, ты что-то знаешь, что все пяти звездочки, а тут самый низкий. Но Сара, мы еще под вопросом. Выпал. Еще и не выпало. А, стоп, у меня лук стоит. Да, лук! Поставь на нее какой-то хотя бы. Так у меня же есть лук Фавониуса, он не выпал. Держи. О, посмотри на что он. На энергию, вау! А теперь копье какое-то на бал поставь. Че он такая зла? Значит, так, смотри, ты меня типа сейчас убью. Я тебе говорю, она какая-то злая тут. Насчет копья? Ну... Тут, подожди, тут энергия прям чисто. А тут крит урон. А тут просто атаки увеличивают. Да.